В Астане появился новый современный теннисный комплекс, построенный в соответствии со всеми международными стандартами. Спортивный объект посетил сегодня глава государства Нурсултан Назарбаев. Новый комплекс включает в себя 6 теннисных кортов с уникальным профессиональным покрытием. Еще одна особенность центра – система автоматической вентиляции и кондиционирования, позволяющая поддерживать комфортную температуру для занятия спортом при любой погоде. О состоянии и перспективах развития теннисного спорта в стране президенту доложил глава Казахстанской федерации тенниса Булат Утимуратов. В ходе посещения комплекса Нурсултан Назарбаев лично протестировал качество нового корта и показал мастер-класс юным теннисистам Астаны. В перспективе именно здесь будут проводиться международные соревнования высокого уровня.